Теоретическая часть сегодня. Постараемся опять поговорить, как мы можем мыслить эйдос. Эйдос вещи или эйдос предмета. Можно говорить об этом о форме или чем-либо еще. Но в самом деле, эйдос здесь у нас обобщенный. Сразу же надо сказать, чем, грубо говоря, аристотельская концепция отличается от, грубо говоря, платоновской концепции. Платоновская концепция вроде бы предполагает то, что для любого предмета, например, шахматной доски, есть самостоятельный эйдос. Есть эйдос камеры, видеокамеры, при том эйдос именно камеры Panasonic. Для камеры Sony, может быть, он тоже свой. Вот такая вот эта вещь. Для того, чтобы нам увидеть какой-то предмет, принять его за шахматную доску, а не просто за прямоугольник, нам надо иметь доступ к эйдосу шахматной доски. Это, условно говоря, платоновский подход. Второй подход – это, условно говоря, аристотельский. Он состоит, что есть некоторые простые формы. Форма шара делает медь медью. То есть у нас некоторая форма шара, которая делает медь медью, а если у нас, например, будет олово, то она сделает из олова олово. Очень интересно, что здесь ни медь, ни олово не предполагаются как нечто данное. Точно так же у нас оказывается та же ситуация, что и шары тоже не предполагаются как нечто данное. Ситуация, она очень странная. То есть, с одной стороны, в событии любого предмета мы можем различить его форму и сам предмет. В аристотельском смысле. С другой стороны, мы в событии восприятия любого предмета можем различить и эйдос, вещи, и, собственно, вещи. Вообще говоря, конечно, к этому построению предполагается некий предметный разговор. Этот предметный разговор ведется следующим образом. Он говорит, что шар мы можем воспринимать предметно отдельно, с одной стороны, и с другой стороны, медь мы тоже можем отличать предметно, тоже самостоятельно. Это очень интересно. Мы видим, что наше предметное мышление, оно больно вот этой болезнью предметности, и мы на самом деле пытаемся при помощи вот этих самых предметов воспринимать все, что у нас есть. Есть даже более сильные попытки, которые говорят, что есть бытие вещи и сама вещь, и мы можем различить саму вещь как некий самостоятельный предмет, и его бытие тоже как самостоятельный предмет. Однако, все-таки это не так. Существует подробная критика, которая говорит, что здесь предметный разговор оказывается невозможным. Тем самым мы тут же покидаем почву для возможности любой науки. То есть вот наука об эйдосах оказывается невозможной. Наука о формах оказывается невозможной. Вот это очень интересный факт. Почему? Потому что наука всегда работает с предметными различениями. Мы различаем некоторые предметы, в частности, мы различаем два предиката одной вещи, тоже предметным способом. Мы говорим, есть апельсин, апельсин оранжевый и круглый. Мы оранжевость и круглость отличаем предметным способом. И, собственно, сам апельсин мы говорим как нечто другое, которое стоит за этим нашим, за круглотой и за всеми его предикатами. Вещи нам говорят, скажет Гусарь, нам всегда даны в профиль. Вот профиль, он как раз и состоит у нас, получается, вот из этой круглоты или вот из этой оранжевости. Вот этот наш интересный разговор. Но тогда спрашивается, если мы не можем предметным образом так поступить с тем, что есть, то мы можем вести вот этот разговор способом непредметным. Но тогда как? Как различить эйдос вещи от собственно вещи? Каким образом мы их различаем? Существует подобного рода диалог, называется он «Парменид» у Платона, где разбираются эта вещь чрезвычайно сильно и чрезвычайно подробно. Везде оказывается, что предметное различение между идеей и вещью, между эйдосом и, собственно, и вещью, оказывается невозможным. Вот это интересный подход. Как это сделано? Ну, первое, то, что мы наталкиваемся, у нас оказывается, что если мы возьмем два шара, то есть оловянный шар и медный шар, то сможем ли мы из их отношения понять, что такое шар? Вроде бы можем, на самом деле. Но тогда надо посмотреть, находятся ли эти два шара, оловянный и медный шар, в одинаковом отношении между собой. Равнозначны ли они? На самом деле получается, что они неравнозначны. Здесь появляется ситуация моего любимого мультфильма «Театральности либо подражания». Почему? Потому что возьмем эйдос какой-то, ну, возьмем, например, эйдос женщины, да, допустим, да, женщину как таковую.
как мы Эйдос, да, можем, или форму, отличить от собственной женщины. Не тем способом, что берем двух, а в том, что одна из них нормальная женщина, вторая модель. То есть некая вот такая, некий суррогат, суррогат женщины, то есть ее утрируемость. Точно так же, если мы берем некоторую собачку, мы можем понять собачку не тем, что ставим ее рядом с догом, да, а тем, что у нас есть либо собачка вот такая шерстяная, такая милая, очаровательная, и рядом с ней есть некий истукан или кукла вот этой самой собачки. Вот они, получается, у нас следующим образом различны вот таким странным образом, когда получается, что ситуацию бытия мы распределяем между ними способом вот таким случайно. То есть на одном у нас есть некоторое бытие, на другой стороне у нас оказывается не то, что бытие, а нечто недействительное. Вот попытаемся поговорить об этом. А почему, собственно говоря, шар медный, шар оловянный? Ну, действительно, как, в чем проблема? То есть один шар, другой шар. Почему они неравнозначны? Ну вот потому что хотелось бы все-таки схватить именно, вот именно Эйдос как таковой. То есть тогда получается, что у нас некий один эталон получается, то есть медный шар, допустим, или там медная гирька, которую мы прилагаем ко всем остальным шарам. Вот так казалось бы. Ну, простая как бы физическая теория измерения. Здесь вот надо посмотреть, в чем здесь дело. Вот я, это хороший вопрос, потому что я с ним не очень хорошо тоже сам могу справиться. У меня складывается впечатление, что когда у нас два разных шара, мы по-прежнему начинаем говорить о медности, об оловянности и так далее. То есть вот в то самое перечисление не дает нам события как бы для себя Эйдоса. То есть оно как бы вот ухватывается в этой ситуации, но оно не оказывается дано нам для себя. Понятие геометрической формы. Да, но оно вот получается не дано нам для себя. То есть в этом смысле, вот если говорить о ситуации в себе и для себя, вот у меня есть интересное наблюдение, я не уверен, что оно правильное. Вот, например, когда Гегель, ну Фихте, да, Фихте предлагает нам мыслить какую-то сложную фигуру. Он говорит, что мыслить треугольник можно тем способом, что строить его заново. То есть берем и строим его заново. Вот по моим ощущениям, это, конечно, находится в разрезе со всей немецкой философией, уже эта ситуация оказывается ситуацией для себя формы. А вот когда мы мыслим треугольник как таковой, без его построения, вот это и есть ситуация в себе. То есть мы как раз... Наша проблема состоит, что мы мыслим треугольник как таковой, мы оказываемся в ситуации в себе. А когда мы говорим, что для себя, мы складываем некий принцип, и согласно этому принципу начинаем выстраивать некоторое построение, то есть начинаем строить треугольник. То есть понять, это значит построить. Вот такая да. Вот эта странная интуиция. Точно так же и с Эйдосом, быть может, смотри, Стас. Когда мы выхватываем вот этот Эйдос в своей чистоте, то есть не в ситуации в себе, потому что соотношение оловянного шара и медного шара – это как бы Эйдос в себе. Когда мы его начинаем ставить для себя, тогда один из нас, один из этих сторон превращается в некое построение по какому-то правилу. Женщина, вторая женщина, вот была блондинка и рыженькая, рыженькая становится моделью. То есть она в этом смысле, перестает быть женщиной. Или точно так же, когда у нас есть две собачки, одна страшная овчарка, а такой мелкий шпиц – то мы схватываем Эйдос собачатины, да, тем способом, что превращаем вот в этого маленького шпица, ой, как игрушечный, ля-ля-ля, тру-ля-ля. Вот это я хочу сказать. То есть, смотрите, сколько мы бы шаров бы не брали, оловянных, деревянных, медных, то, тем не менее, в их перечислении, безусловно, события схватывания Эйдоса происходят. Здесь Аристотель прав. Медный шар делает медь медью. Но не происходит вот этой самой ситуации для себя. А именно, мы не обнаруживаем вот эту самую идентичность, как нашу, собственно, деятельность по оформлению. Вот в чем дело. Мы обнаруживаем идентичность, Стас, согласись, да? Шар. Но не обнаруживаем этот шар как проявление мойности. Вот эту самую ситуацию у меня получается. Мы обнаруживаем шар как некое проявление мойности, собственности, нашей деятельности. Только тем способом, что когда берем двух собачек, одна из них игрушечная. Вот опять вернемся к этому. Идентичность мы обнаруживаем же. Не, вот смотри, Стас, возвращаясь к вопросу о шарах.
когда вот ребенку ты объясняешь шар, ты ему показываешь, вот это шар, ему это мало. Почему дети начинают потом, когда там даешь, там вот эти игрушки вставляешь, там треугольники, шарики, там все такое, в нужное отверстие, они не ставят их в нужное сразу, они этого не видят. То есть, чтобы понять, что шар это шар, по идее, ты должен его как-то нарисовать или обыграть. Вот так, потому что шар, он как бы, он не дан нам, мы не можем его увидеть, просто сравнением каким-то. Да, вот психологический эксперимент, спрашивается, ребенка спрашивают, что такое шар. Ему дают два шара, один красный, второй зеленый. Он спрашивает, это что? Он говорит, вот да, вот шар зеленый. Потом ему дают зеленый куб и зеленый шар рядом. Спрашивают, а где из них шар? Он говорит, вот этот зеленый. И получается странный вывод, что зеленый куб это шар. То есть это отвлекает. Не то, что отвлекает. То есть всякий раз, когда ты производишь, грубо говоря, отношения между ними. То есть отношения тождества. Но ситуации для себя, то есть ситуации вот именно шарообразности, как моей некоторой мойности, ее не происходит, быть может. Это вот странная вещь. Кстати, вот до изобретения колеса, мне кажется, даже до конца не понимали, что такое шар. То есть они видели солнце, луну, там и все такое. Они видели, что что-то как бы какая-то есть форма у нее, типа шарообразная. Но это же не идеальная форма. Да. Как она строится и почему, как бы вот, как с ней работать, они не понимали. И, возможно, они даже не видели форму шара. Да. Они просто видели вот солнце, луна. И чего-то общего между ними, возможно, не видели, пока не придумали колесо. Или что-то типа того. Да, поэтому... Но это кажется нам, что ну, это видят. Может быть. Ну, вот этот эксперимент над детьми, он показывает, что мы что здесь имеем при сравнении двух шаров медного этого штука. Мы имеем идею тождества, быть может. Но не имеем идею вот шара как такового. Чтобы иметь шар как такового, мы должны, согласно идее шара, строить шар. Если мы берем два треугольника и сравниваем их и говорим, то и то треугольник, один зеленый, второй красный. Mm-hmm. Точно так же. Чтобы понять идею треугольника, положить ее для себя, как? Мы должны начать строить треугольник. Вот вершина, вот вторая вершина. Это что-то еще. Кстати, в опыте с ребенком, ребенок же увидел, что между кубом и шаром есть общий цвет. Да, цвет. Он да. схватил это сразу общность. Почему казалось, может быть, геометрическая форма это более сложная общность, чем цвет. Ну вот. Все равно же? Не, но имеется в виду, что ты имеешь в виду, что цвет это тоже... То, что цвет и форма, и шарообразность формы, они, получается, не имеют определенности для себя. Они имеют определенность только вот, что называется, в себе. Да. А для себя они определенности не имеют. Цвет это не как бы не эйдос все-таки. Цвет это чувственное восприятие. Ну вот не знаю, здесь как раз, наверное, может быть, и как в качестве, в этом примере он фигурирует в качестве эйдоса все же. В этом. Но тем не менее, это очень, очень интересно. Не, ну вот как раз вот компьютер, допустим, он сравнит цвета. Ты ему задаешь там, как бы, точно это. А как задать шарообразность ему? Ну, понятно, что через форму можно. Ну, да. это, грубо говоря, но это намного сложнее. Протез, это по большому счету. Это стекло очков между предметом и глазом. То есть ты можешь его и два стекла, и три вставлять. Вот только здесь компьютер работает. Он с сенсом не работает, а просто вот стекло, стекляшка. Ну да. Больше он ничего не делает, поэтому он сравнить может в этом смысле. Ну я вот эту позицию хочу вот ее фиксировать. Мне она достаточно дорога, но она состоит в том, что у нас, как ни странно, определенность как таковая, вот в перечислении одинаковых предметов, она присутствует, но она не схватывается. Да. Я вот еще хотел пример сказать. Хотел сказать. Нельзя это смотри, вот. Правильно понимаю вас? Ну, да. Стас, я еще хотел привести пример. Допустим, у нас есть яблоки, там, апельсины и все такое. Они же имеют, ну, как бы шарообразную какую-то там форму или близкую к ней. Но компьютер никогда из этого набора он не выведет шар. Вот чисто идеальную форму шара. Да, он не выведет, да. Это будет что-то среднее, там, такое вот какое-то такое, да? Вот этот искусственный интеллект. Правильно я говорю или нет? Наверное. Вот в мире-то вообще нету идеального как бы шара. Это как бы наша иллюзия, что мы видим шар идеальный. Вот. И чтобы уловить именно этот шар, надо именно с этими апельсинами и яблоками что-то сделать. Чтобы увидеть, что они имеют там какую-то шарообразную форму. Mm.
Ну как сделать? Ну да, идеальных фигур геометрических нет в мире, но мы же... Так из этого, вот у тебя набор есть там игрушек, там мячики и все такое, но они как бы шарообразные. И хотя мячики это сделал человек по подобию идеальной формы. А до этого, где в мире вообще есть идеальный шар вообще? Ну как же, видел же человек яблоко, апельсин, вишню. Так да, они все равно отличаются. И чтобы увидеть в этом апельсине или яблоке шар, это надо... Это кажется нам сейчас просто. А на самом деле тогда это было, ну, вообще это невозможно, мне кажется. Не знаю, в прошлый раз я помню, Игорь Зайцев так что-то весьма там это... Критически как-то там это все он там привел потом уже папуасов что-то там. Ну это он про подлость рассказывал. Нет, совсем это совсем другое. Да. Он про подлость говорил. Ну вот, через усреднение арифметическое какое-то такое, или геометрическое, мы не придем к шару. Это что-то так, другое. Это правда, да. Ну вот, тем не менее, вот эту ситуацию постараемся фиксировать. И не очень хорошо. До конца... Я еще хотел добавить. Вот. Мы привели там, допустим, Эйдос, там, не знаю, апельсина, стола и прочее. А вот Эйдос больше или равно, это Эйдос вообще, или что это такое? Или, ну, вот операция какие-то сравнения. Но это вот некоторые категории уже в аристотелевском смысле. Когда ты прилагаешь к чему-то категорию количества и получаешь две морковки. Ну, а два тогда? И две морковки а получаешь. А два это Эйдос? Ну, два может быть и Эйдос, да. Может быть, да. Почему Эйдос от идеи отличается? Не, ну Эйдос мы понимаем в платоновском смысле Эйдос, идея. А что? Ну вот в данном смысле никак не отличается. Та же самая идея, да. В данном смысле никак. Да. А вот форма, кстати, может ли быть, что форма как раз-таки в наговицинском смысле это вот стол, стул там и все такое, да? Нет, не может, но... Ну, теоретически... А вот больше или ну, немножко категории сравнения, да, там это как раз таки чистые эйдосы какие-то. Которые... Ну вот они не эйдосы, они не нечто другое. Как раз у Наговицына-то стульев и всего прочего быть не может. У них как раз ты, когда предлагаешь идею количества, вот такую категорию, да. Допустим, тогда у тебя и возникают конкретные чувственные вещи. Не, ну допустим, смотри. Это как с шаром, точно как же с шаром. Точно так же, у тебя нету эйдоса медного шара, да? Нету. Но у тебя есть качественно от него отличающийся эйдос шара. Когда ты прилагаешь шара, у тебя медь становится медью именно в тот самый момент. Не, но я имею в виду, смотри, вот классический пример Наговицына. То есть не существовало какой-то меди до шара, не существовало ее, вообще не было. Ты вот ее хопа, и она получилась. Смотри, вот Наговицын проводит пример вот этих двух прямых. Одна короче в два раза, другая там два отрезка. Да, два отрезка. Вот. И он говорит, допустим, мы забыли, что число 2. Допустим, мы забыли там больше-меньше. Допустим, мы забыли прямые. Допустим, мы забыли, что там параллельность. Что мы видим, ну вот когда мы отбрасываем вот эти вот идеи эйдосы, да, там, что мы видим? Мы видим что-то как бы, ну, что-то разное между ними. Что-то, как бы, вот, размер их разный, да, как бы мы видим, все-таки, без эйдоса мы видим это, что они разные. Ну, или разность это тоже эйдос? Ну, получается, что не видим. Если мы размер. Если размера нет, то не видим. Ну, больше мы имеем, что вот этот больше этого, да. Да? Не, ну, не а мы, если отбрасываем больше, то мы видим, что они разные. Кстати, вот ты говоришь, форму шара делает медь-медиа, в смысле, как... Ну, вот ты забудь про слово. Ну, вот так. Как идеи, как что-то вообще, допустим, в оловянном шаре и медном шаре, точно так же... Нет, это не общее, то есть не общее понятие. То есть шар — это не общее понятие. То есть это вот в смысле вот в таком, что именно шар делает потенциальность меди, ну, с Аристотеля. Выводит его в актуальность. То есть форма шара выводит потенциальность меди в актуальность. И шар становится медным. На этом мы сразу же замечаем, что у Ионоксагора Аристотеля оказывается круг. Почему? Потому что вот эта актуальность, точнее потенциальность меди, допустим, она не существует до медного шара. То есть тем получается, мы объясняем через некоторую потенциальность, то есть через возможность меди,
объясняем события, где есть медный шар, а с другой стороны мы вот эту самую потенциальность выводим из настоящего, из действительности. Из действительности того, что шар медный. То есть, а что тогда общее между медным шаром и медным кубом? Вот это и проблема их стоит. Это проблема их сравнить, да. Проблема их сравнить. Потому что если у тебя вот эта самая идентичность получается, что пока она не дана, пока она не дана. То есть понятно, что шар медный, но мы попадаем вот в искушение вот этого ребенка. В конце концов, после таких рассуждений, у него кажется, что шар – это зеленый куб. Но вот такая вот эта позиция вот это есть. Я ее ухватываю с большим трудом, но говорят, что Выгодский ставил эксперименты по этому поводу. Но тебе лучше знать, у тебя же дети маленькие. Так? Ну, уже подросли, они умеют отличать. Уже умеют, да? Ну вот да. А такие вот вещи. А когда не умели, то как это выглядит? Тот эксперимент такой не ставился. В какой-то период просто ребенок, он не видит этого. Ну, не видит. Ты хоть как объясняй, но ты ему даешь там шар, там треугольник, все понятно, пихает, да, там расставляет. Не может. Ты ему показываешь, он по твоей, как бы это, ну, по твоему указанию кладет все правильно, через некоторое время вынимаешь, вроде как бы запомнил. Но он опять не может ставить. Какой-то период проходит там полгода, все, он начинает класть. Я не знаю, это чудо, что ли, какое-то происходит, или какая-то магия. Да. Я... Это точно не образование, это что-то такое другое. Да, это вот состояние... чисто человеческое. Да. Потом чисто человеческое. Развитие психики. Ну, не может, даже не психики, я не знаю, что развитие. Ну, как мышление там. Ну, может, каких-то отделов мозга. Ну, вот опять, вот я возвращаюсь к философскому подходу, который говорит, что предметное развлечение здесь невозможно. Ну, вот наивный подход о чем говорит? Что говорит, у медного шара и оловянного шара есть общее понятие вообще. Угу. Это шар. И он существует в качестве самостоятельной предметной данности. Если мы полагаем, что такого ухождения нету, то тогда мы говорим, да, все просто, вы тут это собрались тут на философском штурме и несете какую-то пробу. Мы же понимаем, что есть, например, шар как таковой. Предметный, да, предметный шар. А мы говорим, на самом деле нету как такового шара, вот это на удивление. Ты когда говоришь шар, то мы уже провалимся в то, что мы знаем, что такое шар. А ты если бы говорил просто там, вот там яблоко и еще там. Да, да. Ну, просто. И просто сравнивал, это, а что не это похоже? Это очень интересная проблема. Да, да, да. Точно так же, когда мы понимаем какой-либо текст, мы берем настоящий текст, и мы говорим, что вот есть текст, который напишен буквами на русском языке, а есть некий смысл этого текста. И мы полагаем, что мы его ухватываем предметной данности. Говорим. Но на самом деле никакой предметной данности мы его не ухватываем. Потому что любое прочтение настоящего текста – это другой текст по его поводу. Всегда то, что мы сказываем, не отличается от того, что... Очень сложно отличить то, что сказываем от... Как бы сказать? От сказывания. Сказываем и от сказываемого. Сказывание. Вот их сложно отличить между собой, вот эти два интересных вещи. Нам кажется, что у какого-то текста у него есть некий смысл, есть содержание. Ну, наиболее это вещи. А перескажите мне тут на одной страничке это содержание «Войны и мира». Или там «Анны Карениной». Анна Каренина под поезд бросилась. А дальше? Но не умерла. Непонятно, да? Значит, не читали «Анну Каренину» никто, кроме меня. Не, ну я знаю, что она мучилась там. Не помню сюжет. Нет, но... прикол там состоит в том, что после смерти Анны Карениной еще полкниги. Ага. Понимаете, да? То есть в этом... Ну что? Да, там еще полкниги примерно. После смерти Анны Карениной еще полтекста. Да нет. Собрали с него чека, да? Что-то вы вводите в заблуждение. Ну вот, тем не менее, вот я как единственный, кто читал, могу сказать, что это... Что половина это, конечно, некоторые преувеличения, но процентов 35 еще от текста. Может быть и 40, оно идет там еще дальше. Но не умерла. То есть опять полагается, что за текстом скрывается некоторое позитивное содержание, которое предметным образом, за текстом любого писателя что-то, отличается от собственного текста. Но мы говорим на самом деле, что понимание это всегда текст по поводу другого текста. Поэтому смысл текстуальности, смысл чего-то говорить, надо выхватить, потащить. Каким образом мы это можем достигать? Ну, вот тем способом, по всей видимости, как это делает в своих стихах Анна Логвинова. Да?
она берет один и тот же стихотворение, то есть один текст, потом точно второй текст, ну, на ту же тему, что тут ее отца ждали, а тут ждали ее дедушки, ну, можете почитать, она сделана это мастерски. И из соотношения их, из их сравнения появляется как бы история о том, что об ожидании. Дальше у ней появляется рифма, и после этой рифмы, значит, у нас происходит определенного рода катарсис. Тогда вот эйдос превращается в эту самую штуку эйдоса. Вот опять, возвращаясь к примеру Наговицына, по поводу девочки, которая берет палочку и делает вид, что она красит брови. Вот. У нас есть ее мама, которая макияж, да, это называется, наводит красоту. И вот девочка ей подражает. Является девочка в какой-то момент здесь сумасшедшей? Ни в коем случае. Делает она примерно то же самое, что у нас есть собачка и игрушка собачки. Вот она делает игрушку собачки, что называется. Она не является сумасшедшей, она понимает, чем она занимается, делается. Но ее понимание того, чем занимается ее мама, возможно только вот в такой форме. То есть мы разыгрываем то, что делает ее мама, но в форме театра, в форме спектакля с палочкой. Притом палочка, вот эта спектакль, она обязательна. Она не может просто начать красить губки, вы поймите. Ну, она, конечно, может и красить губки, но она будет красить губки его с такой важностью, что чем-либо еще. Вот эта ситуация с практикой, встречающейся опять у Наговицына, древних культур. Когда с одной стороны человек живет, он охотится на мамонта, а с другой стороны, или на волка, а с другой стороны он устраивает этот праздник, наряжает из себя шкуру волка, изображает из себя волка. Это опять такое, есть жизнь и есть отношение к ней вот такого образа жизни. Но интересно, что одно не существует между другим. Я когда-то говорил, и сейчас скажу, что я не прав, я полагал, что существует устойчивая ситуация, когда мы танцуем в школе волка. Вот на самом деле эта ситуация неустойчивая, к сожалению. Когда мы в школе что? В школе волка, когда мы танцуем, она оказывается неустойчивой. Пелевин, последний его роман. Там и самая последняя часть. Там, как она ситуация, люди богаты, они могут получить все, что угодно. Что они делают в этой ситуации? Они у себя на яхте размещают зэков. И сами садятся в качестве заключенных к этим самым зэкам. Вот в этот самый ад, где понятие, где с любым каким-то наказанием, там, каким-то или словами, в будущем его могут либо убить, либо наказать членом, либо что-либо еще. То есть они оказываются в ситуации тюремного понятия. И вот они отбрасываются. Что здесь опять происходит? Проблема она состоит в том, чтобы по отношению к своему богатству, денег и там этим прекрасным транссексуалам, можно отнестись только тем способом, что разыграет некоторую картину, которая стоит рядом с этим. Но она в этом смысле является противоположным. Ну, да. Поэтому у Пелевина это на каждом шагу. У него то играют... то владыка мира какой-то там, политтехнолог, со своей свитой ходит пить в какой-то станционный буфет для того, чтобы понять, как, откуда он сделался. Но вот всегда у нас есть одно и то, другое. То есть у нас всегда есть странное соотношение. Теперь то, о чем я говорю, на самом деле всерьез и вот сегодняшняя моя тема сегодняшнего выступления. Это ситуация бытия вот этой состояние, в котором находится маленькая девочка. Вот является ли это картина мистерии небытия? Является ли в тот же самый момент, она же не сумасшедшая, эта девочка же понимает, что она занимается игрой. Да. Является ли это ситуацией небытия? Чего-то недействительного. Я полагаю, вот, ну давайте я этот доклад сразу же сделаю прямо сейчас, о чем я говорил. Я полагаю, что полагает. Вот я собирался рассказывать, я двух видах религиозности. Первая религиозность – это религиозность свидетеля Иеговы, который говорит, что если ты перельешь кровь, тебе в книге написано, то ты в новой жизни не воскреснешь. Фанатичная. Переливать его нельзя. То есть она любой текст вот этот, она понимает как любой текст, как сигнал к действию. Другое дело – религиозность современного человека. Для него ситуация в этой религиозности – Санта-Клаус. Ты уже в Санта-Клауса не веришь по-настоящему, но ты Новый год, елка. Санта-Клаус там есть? Да наверняка, я не знаю, не я ее наряжал. Вот это всякая эта вещь. Тебе скажут, Санта-Клаус не существует, так я это давно знаю. Но всю вот эту ритуальную сторону, связанную с Новым годом,
я почему-то ее совершаю. Вот это самое. То есть понятно, что наряду, как и у девочки, крашение, что-то такое вот происходит, но этой самой ситуации нету. Вот недавно здесь у соседей в Гатчине, был большой конфликт. Люди засняли на камеру, как какой-то священник, который живет по монашескому уставу, он еще монах, он проводил обряд крещения для ребенка. Ребенок кричит, ребенок не хочет, и он его всей головой туда засовывает, 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 и все возмутились. В чем пример возмущения? Ну, представьте себе с позиции вот этого монаха-священника, что происходит. Представь себе хирург, вырезал аппендикс, а потом ребенок кричит, он ему эту рану не зашивает. Ну, невозможно же. Ну, по каким-то причинам. Ну, там, анестезии нет чего-то, либо еще. Вот невозможно же это. И здесь точно так же. Вот привели ребенка, если его сейчас головой туда не засунут полностью, как это полагается по ритуалу, то он спасен быть не может. То есть то, что происходит здесь с точки зрения монаха или с точки зрения свидетелей Иеговы, получается, есть некоторая форма настоящего, сущего. Но откуда возмущение? Возмущение вот этих самых людей, которые на это смотрят. Потому что для них Бог Санта-Клаус. Для них играют. Да, для них это Бог, это Санта-Клаус. Поэтому неважно на самом деле, какую игрушку, в каком порядке ты у Санта-Клауса сделаешь. Ты его не сделаешь. Ты их спросишь, а веруете ли вы Бога и Христа? Ну, они скажут, что да. Ну, Библию они не читали, чего-либо это не сделали. Но вот эту странную позицию, ее надо понять. Они скажут, что да, Санта-Клаус скажет, что нет. Но тем не менее, вот эта ситуация вот такой игры, относящаяся к этому, притом чрезвычайно важно. Девочка красит свои вот эти палочкой серьезным выражением лица. Первобытный обещанный индеец там первобытный танцует в шкуре волка по-настоящему. То есть он серьезно все это делает. И здесь тоже как бы так серьезно. Там вот ты туда обязательно надо пойти, надо обязательно ребенка крестить, крестить, крестить. Ну нельзя же вот. Но между священником, верующим по-настоящему человеком, для которого Библия и все таинства – это документ прямого действия. И между нашим восприятием Санта-Клауса есть такая большая громадная разница. Получается. Кстати, вот мне интересно, а получается, если рассматривать это с точки зрения как бы Наговицына, что он говорит, что там если все красное, то мы границу провести не можем. Да. Нужно поставить границу какую-то красную, там серую. Они, чтобы понять, что она есть граница, да, чтобы провести, нужен красный и серый какой-то. Да. Вот не это ли идея, что чтобы понять, что нету Бога, надо как бы верить в Него? Или вот что-то, какие-то ритуалы провести, или еще что-то. И тогда ты как бы понимаешь, да, ты становишься не религиозным, или что-то нет, не вот веришь даже. Или нет, то есть получается, ты должен встать на другую какую-то сторону. Ну, получается, что ты как бы в Него получается и веришь. То ли веришь, то ли не веришь. Но вот это странная ситуация. Просто не, здесь... подожди, если бы все было, все были религиозные, то понять, что ну, нету Бога, надо было бы провести какие-то ритуалы, которые там сатанизм или еще что-то такое. То есть, точнее, чтобы понять, что есть Бог, надо провести ритуал сатанизма или как-то так. Получается, что надо найти на другую сторону какую-то, другой грань нащупать. Ну вот, я-то как раз думаю, что картинка не пелевинская все-таки, а картинка Санта-Клауса. По поводу типов религиозности, а как же мистики тогда? Они, как правило, очень сильно отходили от дома. Ну, это не важно. Это ведь мир свидетелей Иеговы и православного священника очень сильно отличается. И те, есть же верующие люди среди священников. Не, вот самые известные атеисты, они бывшие, так сказать, верующие, глубоко верующие. Ну вот, нет, это просто вот здесь интересная другая позиция. Просто приходит какой-нибудь там Невзоров, да, и значит говорит, а во что вы верите? Тут у вас на муравейник задом садили, что-то еще. Так он сам закончил это. Всякие вещи. Но он-то им что хочет сказать? Это то же самое сказать, что как вы можете верить в Санта-Клауса? Он же не ездил на оленях. Не ездил, говорит Невзоров. Ему так на это, как это не ездил на оленях? Ну а что ему говорят? Ездил, конечно, ездил. Это вот такая какая-то попытка. Почему? Потому что он между вот этим христианином и по-настоящему верующим человеком, типа свидетелей Иеговы. Да. Ведь свидетели Иеговы можно же оскорбить, сказать, что можно переливать кровь. Можно. Иисус Христос, это может быть Бог, можно даже сказать, а не глава небесного этого правительства, которое будет на земле потом.
Ты можешь. Самое интересное, что еще вот эти... То есть, как бы, такие вот своеобразные дубовые аэрографисты, типа Невзорова, они могут работать по-настоящему вот таким упертым человеком. А с любителем Санта-Клауса нет. А вот у нас, во все наше отношение ко всему православию, это одни сплошные любители Санта-Клауса. Это да. Но их надо тоже не понимать, что они играют. Это игра очень важная. Она состоит в том, что... Она вот состоит. Что нет ничего важнее вот игры девочки, которая начинает при помощи палочки подражать макияжу ее мамы. Не, я вот думаю, почему причина этого? Почему чаще всего вот эти свидетели Иеговы, да. Они там бывшие наркоманы, вот такие фанатичные, да. Еще какие-то вот такие вот люди, которые были асоциальные, они же потом туда приходят и наоборот там, ну вот прям до предела фанатичные. Ваши да. Выводы какие-то? Так... Нет, это правда, у меня вот, знакомый свидетель Иеговы, он сколько был, у него кличка Буратино. Он сколько? 7 у него ходок было, да? Нет, по-моему, 4. 4 ходки, он был форточником. Стал свидетелем Иеговы, теперь приличный член общества. Работает настоящий. Может, чтобы понять, что ты вор или как бы форточник, ты должен стать, ну, на другую... Ты не поверишь, когда в них смотришь, сколько люди это прагматичные. Это люди чрезвычайно прагматичные. Они собираются дома собираются на своих родинах и обсуждают. У них же идея состоит, что если ты примешь снова крещение от Иеговы, то ты будешь воскрешен новой жизни. Что значит воскрешен? Ну, в своем телесном обязательстве, как молодой и здоровый. Переселение души? У них нет бессмертия души. Да. Приходит и царство Христа наступает. И ты начинаешь в нем, воскрешаешь в новой ситуации. Но проблема она состоит, что вас будет мало. Вот вы свидетели Иеговы воскреснете, а все остальные нет. И Иегова даст вам всем, чего вы захотите. И вот они думают, у кого где мебель будет стоять, в каком месте. У одного здесь будет горка стоять, а у третьего будет джакузи золотое, а у третьего... И они об этом собираются, об этом разговаривают. То есть люди чрезвычайно прагматичные, просто. Дальше некуда. Но вы будете смеяться, но и православные священники, которые верят, или монахи, вот тоже они очень бывают такие люди. Мы с ними как бы не сталкиваемся. А все остальное сплошной Санта-Клаус. Но вот эту картинку вот этого сплошного Санта-Клауса... Зачем она нужна, вот эта картинка? Чтобы понять, что? Чтобы оказаться в ситуации для себя формы сознания. То есть это... Вот эта девочка накрашивает... Да, тем самым она относится с Эйдосом, происходящего, сама по себе, с Эйдосом как Эйдосом. Иначе на нее отнестись нельзя, вот в чем дело. То есть, если ты... Ты должен выйти как бы за что-то. Да, если ты без конца... Сегодня ты на мамонта поохотился, потом на волка, потом на оленя. То есть, это, конечно, ситуация идентичности тоже. Но это идентичности в себе. Это как вот медный шар, деревянный шар, еще какой-то шар. А вот чтобы оказать ситуацию для себя, вот этой самой картинки, ты надеваешь шкуру и на празднике начинаешь танцевать за бубном. Ты-дых, ты-дых, ты-дых. Точно так же, ты живешь в некой повседневности своей жизни. Пока у тебя праздника не будет с Санта-Клаусом, ты к ней не можешь это нестись. Поэтому и праздник это для себя, пока не будет. Или праздника крещения, или праздника какого-то христианства. Тебе кто здесь, какая конфессия была базовая, она тебе свой инструментарий предложит. Но это будет инструментарий вот такой. Это такой будет. То есть это как бы не вера вот в этом некотором смысле этого слова. Поэтому... То есть свидетели Иеговы, они тоже соотносятся как-то с... Вот свидетели относятся как медный шар и деревянный шар. А, то есть в этом... Вот они вот в мысли живут, да. И православный священник по-настоящему верующий, такие бывают. Вот он то есть тоже. В себе, как бы. Да, да. То есть это идентичность, но это ситуация в себе. А вот эти люди, которые находятся в Санта-Клаусе, или в шкуре медведя плюшуют, они оказываются в ситуации для себя. Ну, понятно. Ну, это очень интересная ситуация для себя. Я просто для себя и в себе. В чем разница? Ну, в себе это как бы есть некоторые различия, которым ты живешь сам по себе, ты им двигаешь, допустим, но которое не дано для тебя вот перед тобой, как бы, которое для тебя не проявлено. То есть ты это различие для тебя существует, ты являешься этим различием, по сути. Вот ты как бы являешься идеей охоты. То есть тем, что ты охотишься. Охотишься то на волка, то на зайца, что-либо еще. Но эта деятельность для себя, то есть дана как некоторая деятельность, отличная от тебя, сразу же скажу, да? Ну, как некая цельность, как некая деятельность. Она проявляется только тогда, когда ты оказываешься в ситуации для себя. Понятно, да? То есть точно так же. То есть у тебя есть идея абстрактного треугольника, допустим. Ну, вот там, этот треугольник, второй треугольник, третий треугольник.
А когда ты оказываешь ситуацию для себя, когда ты берешь этот треугольник, начинаешь его строить. Поэтому то, что было с тобой скрыто... Нет, но он имел в виду, может, определение как бы как Кант, то есть... Ну, Гегель. Ну, Гегель, вот я об этом, об этом как бы вот это важное различие. Но здесь вот эту самую позицию, почему она здесь очень интересна. Потому что только тогда мы оказываемся у себя дома. Поэтому работа как таковая, охота на волка, для нас, несмотря на то, что мы, может быть, идеально охотим. То есть, чтобы освободиться от, как сказать, от образа охотника, я должен обыграть. И тогда... Ну вот не образа охотника, а от власти сущего. Если ты от власти сущего, ты находишься во власти сущего, потому что вместо тебя живут деревянные шары, волки, на которых ты охотишься, что-либо еще. Ты не живешь. А для того, это как-нибудь связано с дизайном Хайдеггера? Не знаю, надо подумать. А для того, чтобы ты оказаться в себе вот этой самой ситуации, вот она вот так. Но я чего хочу сказать. Мы вот сейчас продвинулись в этом направлении очень далеко. Но далеко в том смысле мы видим настоящий момент, что вот ситуация для себя не является спокойным в себе состоянием. То есть она не существует длительное время как нечто устойчивое, самостоятельное. То есть всякий раз мы вынуждены на то, чтобы работать, чтобы для того, чтобы потом праздновать. То есть, возможен ли вот постоянный праздник? Вот у Вани возможен. Не, может быть, раньше все это и состояло из этого, вся жизнь. Да, то есть... Она из чередования вот такого состояла, и она в этом смысле никуда не изменилась. Не, а вот сейчас мы как бы, когда в новую эпоху вошли, мы как будто бы реально там, ты там, допустим, секретарь, вот ты перекладывай бумажки, как бы, и ты не можешь из этого выйти, никак не обыгрывается. Ну, праздник будет, праздник, она... Поехала к любимому человеку в джакузи, положили этих свечек, на бокок поставили, и сидят в джакузи, и у них праздник вдвоем. Вдвоем. Вот такая это ситуация. Почему нет? Вот это. И ну вот, ее надо вот ее с ней работать, с этой ситуацией. Но я к чему я говорил? Потому что у нас оказывается простей... А как нам это, как это, подожди, относится вот к эйдосу, допустим, круга? Что вот отдельно вот эти наши состояния, когда мы сами пробываем, как бы отделяемся от этих эйдосов, это нам помогает, что ли, определить эйдос круга? Это нет, да, это позволяет нам мыслить вот эту идентичность, как идентичность для себя. Это означает, что мы находимся как бы у себя в доме, и это есть твое наслаждение. Платон же говорит, что наслаждение чистое, чувственное, это отношение с собой. То есть, когда мы относимся, наслаждение нечувственное, точнее чувственное, это когда мы пьем, наслаждаемся только тогда, когда мы испытывали жажду. Мы наслаждаемся ситуацией от пищи только тогда, когда мы голодали. Но здесь как бы ситуация обратная, чистое наслаждение самим собой. И вот ты вот в этот самый момент... находишь ситуацию отношения с собой. Вот в чем дело. Это наслаждение. Это принцип любого настоящего искусства. Поэтому здесь надо поговорить опять о метафоре, чему я говорю. Ведь метафора, когда одно есть другое, оно и служит вот такому способу отношения эдоса с собой. Подъезжая под Ежор, я взглянул на небеса. И напомнили мне взоры ваши синие глаза. По-моему, так, да, Пушкина было. Точно здесь что значит? Метафора. Глаза. Синие глаза и синее небо под Ижорами. Точно такая же. В чем здесь есть опасность любого поэтического высказывания, любой метафоры? То, что любая метафора может превратиться в стертую метафору. Земля подплыла под ногами. Это была метафора. Это означает, что мне стало плохо. То есть у нас метафора, как таковая, указывающая нам идентичность эйдоса, она у нас превратилась в высказывание о предикате нашего состояния. Но любого. То есть там, например, опять пример Наговицына. Девочка летит как птица. Что она? Это стершаяся метафора. Она что нам говорит? Что девочка бежит, как будто летит. То есть вот Да нет, но даже столбером ножка. Да, ножка, да. Это тоже стертая метафора. И вот деятельность поэтическая у нас, оказывается, превращается в том, что мы ищем вот эти метафоры как таковые и делаем их живыми. Что состоялось то удивительное чудо, которое делает нам вот эту, когда одно сравнивается с другим, да? Одно сравнивается с другим. Притом, одно из них должно быть взято в каком-то театральном этой ситуации. Если мы вот возьмем поэтику Мандельштама, я когда сюда готовился, хотел взять его том и не нашел.
Йоколом. Ну, где-то лежит. Враги. Ну, нет, лежит где-то. Лежит где-то и не нашел. То там возникает тоже странная ситуация, по которой я постоянно говорю. У него всегда присутствует театральность. То и дворники в тяжелых шубах на деревянных лавках спят, когда там это что-то. Сусальным золотом горят в лесу рождественские елки. Там, в лесах... В лесах игрушечные волки глазами страшными глядят. О, вещая моя печаль, о, тихая моя свобода и неживого небосквода, всегда смеющийся хрусталь. Вот смотрите, то же самое. Это раннее стихотворение Мандельштама, и практически для него это программное. Что она у нас говорит? У нас описывается рождественский лес. Но этот рождественский лес, он весь состоит из своих деревянных истуканов, каких-либо еще. Игрушечные волки глазами злобными глядят. Вещая моя печаль, тайная моя свобода, неживого небосвода. Описывается вот этот, всегда хрующийся хрусталь. И вот этот всегда, это значит ситуация. Или вот какая-то вот травность действия там. Сестры, тяжесть и нежность, одинаково ваши приметы. Медуницы и осы тяжелую розу сосут. Человек умирает. Песок остывает согретый, и на черных носилках вчерашнее солнце несут. Да? То есть вот опять травное действие какое-то, черные носилки и что-либо еще. И вот эта ситуация с Мандельштамовской, которую я только сейчас хочу и привести, и в этом смысле моего как бы так, оно высказывание, я давно на него вот ищу зуб, потому что особенность Мандельштама состоит, что как бы есть Мандельштам, и он принципиально отличается от всей другой поэзии. Ну вот кажется. То есть вот интуиция есть такая. Но отличается ли он качественно, или это иллюзия качественности, которая существует у меня, я не знаю. Я пытаюсь до него вот таким образом достучаться и докричаться. Но что мы здесь видим? Опять два мира. Вот эта самая метафоричность, которая у любого нормального поэта, она вот просто вот обычная. То есть одно есть другое. Если он находит новую метафору какую-то, то мы оказываемся в этой ситуации именно поэтического удовольствия. Если он работает с тертыми метафорами, любовь, кровь, что-то там еще, то мы в этой ситуации не оказываемся. Мы говорим, вот, мы, вчера мы на оленя охотились, сегодня мы на мамонта, завтра на буйвола пойдем, послезавтра будем голодать. Ну, обычная жизнь точно называется. Стертый это. Вот. И никогда тяжелый шар земной не поплывет под нашими ногами. Вот Цветаева оживляет стертую эту метафору о том, что земля поплыла под ногами. Земля поплыла под ногами, стертая метафора, и никогда тяжелый шар земной не поплывет под нашими ногами. Так, а может, ситуация такая, что мы и так в мире живем постоянной метафорой, просто в какой-то момент забываем это. Да, вот спасибо, что ты напомнил. Да, мы живем, поэтому мы на кладбище. Мы живем на кладбище мертвых метафор. Вот вся наша жизнь, вот твоя та же ножка, это кладбище мертвых метафор. Все метафоры. Это история некой о девочке, которая она выросла большой в 7 лет, начала ходить в школу и ходить к другим девочкам в гости. А потом выяснилось, что тот прекрасный парк со статуями, в котором она была, была кладбищем, и она живет в склепе. До этого она не знала. Точно так же у нас вот оказывается эта ситуация, что персонаж не знал, что он говорит прозы. И мы вот тоже, мы не знаем, что мы живем на кладбище мертвых метафор. И задача как бы поэзии нас из этого кладбища мертвых метафор в этом смысле достать. Да. Конечно. Мы живем, конечно, на кладбище мертвых метафор каким-то образом. И вот почему у Мандельштама везде театральность вот такая. Хотел набрать большое количество его стихов и начать их читать. Но мы об этом как-нибудь поговорим позже. Вот это интересная вещь. Потому что кругом охота, да? Кругом охота. Может, как раз таки игра девочки по... подкрашивание, это как раз выход из объективности. Побег с кладбища это. Да, да, да. Это как бы вот такая вот своеобразная... Побег с кладбища, да, да, побег да. С кладбища. Поэтому это не только ситуация обучения, хотя в любом обучении это важно, потому что обучение состоит, что мы учимся различать эйдосы. Чтобы обучиться, мы должны выйти из предмета какой-то вот схваченности с сущим и подняться на ступень выше. Да, так да, да. Только... Потому что действительно есть такие люди, их очень мало, для которых две морковки – это две морковки. Потом будет два огурца, потом будет два автомобиля, но никогда нет двух. То есть эйдоса как такового. Да, 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 да. Точно такие. И вот он живет на этом, мало того, что у него кладбище, но у него еще кладбище мертвых морковок.
Вот он вечно живет на кладбище мертвых морковок. Мертвая морковка, мертвый огурец, вот все вот, вот он такой вот он живет на этом. А такого скачка сделать. Поэтому функция, конечно, игровая в обучении, она здесь важна. Но с другой стороны, я хочу сказать, что вот в этом отношении текста у Мандельштама одним способом это выполнено. У Анны Логвиновой, и спасибо ей большое за это, выполнено это другим способом. Вот, то есть вот это. Вот мы с этим можем, сможем работать. То есть, просто говорю, что большинство людей, к сожалению, хотя они ходят на крещение, ходят, вот сейчас будет Новый год отмечать, тоже они с этого. Но девочка не знает, что она живет в склепе, пока не начала ходить в школу. И вот мы все живем вот в этом самом склепе, то есть перед нами кладбище мертвых метафор. Поэтому здесь ножки есть, да, ножки. Ножки вот у этого штатива. Если вдуматься, ножка у штатива, ну что это такое? Мертвая метафора, это превратилось в предикат, предикат штатива. Ножка у елки точно так же. Ну, вот это ну я бы еще все-таки подумал, как дизайн с этим связан. Вот тоже такая непонятная структура. Ну, это боюсь, может что... быть? Нет, боюсь, что никак. Никак? Я боюсь, что он о своем говорит. То есть вот не об этом. То есть вот эта картинка, она вот выстраивается здесь. Ну, если нет, просто если есть какие-то замечания, я не специалист. Да не, на самом деле, по Хайдеггеру. Вот Парибак, переводчик Канта, произведение Хайдеггера Канта. Он же перевел. Он штатный переводчик Хайдеггера. Не знал? Нет. Ну, вот он переводчик Хайдеггера. Я думал, Перцев. Нет. Еще Бибихин. Бибихин этот «Бытие и время» переводил, а он переводил Канта. Тогда, по-вашему, вот из того, что вы говорили, если я вас правильно понял, то актеры вообще должны быть большими философами. Ну, да. Вот не факт. Они, ну, они как-то не получают. Но другое дело, что они не могут это сделать в вербальной форме. То есть они это чувствуют? Ну, они этим занимаются, но это, знаете, как бы эта ситуация, она получается. Но это в вербальной форме или в ситуации для себя, она у них ни в коем случае не дана. То есть они чем-то занимаются, чем-то. В себе. Да, то есть она тоже как бы ситуация в себе. Это как бы тот же самый поход на этого. Нет, ну вот они, да, они этим занимаются. В этом смысле они актер-профессионал отличается от любителя, к сожалению. Потому что для него это тоже мамонт. Но вот здесь тоже надо. Вот если бы он обыграл свою актерскую игру, ну, это как-то. Да, в худшую. Худшую. Вот если бы он как-то обыграл свою актерскую игру. Ну вот не то, что обыграл. Ну это получается актер профессионал только в своей роли. Да. Да. Ну этого очень не хотелось бы это самая актерская ситуация. То есть когда мы ходим на работу, я давно с этим бился. Почему мы когда включаем свет у себя на кухне, не играем? По той же самой причине, по какой мы когда охотимся на мамонта, когда настоящий охотник, он тоже не играет. Да? Но бывают ситуации, когда мы вот даже свет включаем. Бывает ситуация, когда человек выходит из Мерседеса с таким видом, что он выходит из Мерседеса, а не просто из машины. Такое бывает. Но вот всегда надо понимать, их всегда характеризуют как просто как дебила. А это не так. Девочка не сумасшедшая, которая выводит в этот марафет палочкой. Она не сумасшедшая. Ни в коем случае. Если женщина. И женщина тоже бывает. Палочка. Да, вот тут странный вопрос. Да, она тоже, наверное, не сумасшедшая. Не сумасшедшая. Ну, хотя бывает сумасшедшая. То есть, нет, проблема сумасшествия, она есть. То есть, есть действительно священник, для которого три шестерки. Это... Где-то в документах. Это там, знак. Это знак, от которого надо отказываться. Почаяться, допустим. И они говорят, что этого нет. Такие люди есть. Я прислушал при крещении девочки. Может, сумасшедшие это совсем, которые люди оторвались от объектности этого мира? Ну, это другой разговор. Но вот это как-то так. И то как бы деятельность. И то даже, когда мы находимся на мамонтов, это отношение с собой. Когда мы танцуем, это тоже отношение с собой. Ну, вот оно очень такое странное. У меня-то, я хотел бы сформулировать... А игра на музыкальных инструментах, это что такое? Ну, вот то же самое, только с звуковой идентичностью. Игра в футбол. Странный вопрос. Не знаю. Вполне возможно, что нет. Но мне нравилось. Да, чего-то не хватает построения, это правильно указание.
Потому что это типа игра в футбол, это как бы подражание какое-то сражению. Ну, оно как... Да нет, оно не подражание, оно не подражание, вот захваченность, она форма захваченности. Но ты же, когда и девочка это там что-то делает, она же тоже захвачена. Ну, хорошо, когда у нас было подсознание. С подсознанием вообще все просто. Это все подсознание. Да. Там сразу же. Сознание в StarCraft играет, а подсознание наслаждается тем, что от него наконец отцепились. Это нормально было бы. Но сейчас-то у нас сегодня у нас нет подсознания. А что, исключили из жизни подсознание? Да, мы сегодня его выкинули. Мы без сознания живем. Ну, нам просто вот эту позицию, с которой я в последнее время работаю, очень интересно. Это же с теми же... Однажды в Голливуде, да? Там же как устроена эстетика? У тебя есть некая подлинная история Шарон Тейт, в которой пришли хиппи, нанесли ей 30 ударов в живот, она была беременна. И она вот это была. И это известная сказка во всем мире. А Тарантино выстраивает картину некоторую, в которой она не умерла. В которой хиппи ошиблись местом, попали на каскадера упоротого ЛСД с его дрессированной собакой и огнеметом, висящим на стенке. А мы знаем, что у Тарантино, как и у Чехова, если на стене висит огнемет, то он в конце концов выстрелит. И он выстреливает. Бесславно, ублюдку же тоже. Да, конечно. Такая же вот эта ситуация. И вот так. И у нас откуда волшебная ситуация возникает? То, что есть соотношение двух текстов, как бы получается, двух повествований. Одна, которая действительность, которую знает каждый американец. И другая ситуация, вот она, та, которая разыгрывается в книге. И это волшебное чувство под самый конец для него. И у Тарантино это на каждом шагу. Вот те же наиболее неудачно это сделано в «Доказательстве смерти». Когда две истории про каскадера-маньяка рассказываются. Одно он выигрывает, второе не выигрывает. Здесь он, чувак, провалился, конечно. Потому что этого одного хода, вот этого недостаточно. У вас, не знаю, мне понравилось. Обязательно один из вещей должен быть деревянным. Либо как у Логвиновой. У него получается, что должен быть какой-то дополнительный план, который делает недействительными обе части. Ну, например, чувак приходит, выходит курить, а там обугленная эта Белого дома. Да? И вся эта история тут же на фоне вот таких космических вещей, она как бы превращается в нечто недействительное, в игровое. Вот именно в ту самую деревяшку. Так-то они ждут, те ждут, эти ждут. А потом он вышел покурить, когда его дождались. А там обугленный Белый дом. Не знаю, как будто что-то не хватает. Ну, возможно, да. Возможно, что-то не хватает каких-то вещей. То есть, такие-то. Ну, все, что я сделал, это постоянно как бы тождество вот того и другого. А про о бесславных ублюдках там... в смысле, две повести, да? Ведь тоже есть две повести. Да, настоящая история. Ну да, и наоборот. Да. Действительно, тот же самый пример. «Убить Билла» тоже самое, получается, весь фильм. Ну, «Убить Билла» я разбирал хорошо, да. Там, на мой взгляд, по-другому. Несколько. Там тоже ситуация, что там все герои идеальны в своем деле. Один идеально делает мечи, вторая идеальная убийца. А всегда занимаются тем, что не могут. Одна торгует этим домохозяйкой, торгует пластинками в магазине грампластинок. Ей нравится. Как бы. А другой делает суши, которые у него ужасные. И вот это, и все там персонажи вот такие. Все вот персонажи все такие, потому что всякий раз, когда человек делает, к чему он прирожден, и в чем он деревянный, он выбирает всегда деревяшку. Это тоже удивительный факт, что если человек по-настоящему будет выбирать между настоящей любимой женщиной и деревяшкой, моделью, он выберет модель. Так, слышишь, мы, получается, тут собрались... Все деревяшки. Чтобы понять, что такое женщина. Чтобы находиться в отношении с собой. То есть героиня Ума Турман не хотела торговать пластинками. И только она, потому что когда ты находишься с отношением с собой, только тогда ты оказываешься тем, кем он есть. Ну, вот такие вот вещи. Закругляемся? Да, давайте.